Жители Еревана вышли на улицы перед выборами премьер-министра. Сотни людей собрались утром 1 мая на площади республики в центре Еревана, где на больших экранах будут транслировать выборы премьер-министра Армении. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на своего корреспондента. Единственный кандидат на пост главы правительства, лидер оппозиционной фракции ЕЛК Никол Пашинин в своем фацебоак заявил, что правящая республиканская партия решила провалить выборы. «Нам только что сообщили, что во время ночной встречи во главе с Сержем Сарксяном республиканцы решили провалить выборы премьер-министра. Я настоятельно призываю всех вас встать рано утром и с раннего утра собраться на площади республики, чтобы противодействовать новому плану Сержа Сарксяна и республиканской партии», сказал Пашинин, цитата по радио Азатутюн. Пашинина выдвинула фракция ЕЛК, у которой в парламенте Армении 9 голосов. Оппозиционная фракция Царукин 31 голос и фракция Дашнакцутюн 7 голосов обещали голосовать за Пашинина. Республиканскую партию в парламенте представляют 58 депутатов. Чтобы победить, Пашиняну нужно 6 голосов республиканцев в случае, если остальные фракции его поддержат, уточняет Интерфакс. Республиканская партия не сообщала о своей позиции по голосованию. Предыдущий кандидат от правящей партии Серж Сарксян ушел в отставку с поста премьер-министра 23 апреля после массовых акций протеста из-за его назначения. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.